Категорически приветствую. Сегодня мы с вами рассмотрим Detox Mix. Вот такая вот замечательная штука, где содержится 90% высокоочищенного кислорода и 10% газа гелия. В чем же физиологический эффект данного явления? Дело в том, что гелий обладает более ламинарным потоком, то есть он легче проникает туда, куда другим газам попасть сложнее. То есть смесь с гелием позволяет дышать легче. Наша мускулатура, наши гладкие мышцы в том числе, испытывают меньшую нагрузку, меньшие энергозатраты при дыхании гелием, гелевой смесью. Соответственно, наши легкие, вплоть до альвеол, лучше насыщаются кислородной смесью и лучше оксигенируются. А через это кислород лучше попадает в кровь, в ткани, в клетки и так далее, и так далее, и так далее. Для чего же нужен Detox Mix? Ну, в первую очередь, для тех, кто проживает в, допустим, неблагоприятных экологических условиях. Жители больших городов знают все это не понаслышке. Во-вторых, для тех, кто перенес или переносит различные заболевания дыхательной системы, как острые, так и хронические. Дело в том, что для этого дыхательная система использует меньше энергозатрат. Для этого, для дыхания, разумеется. То есть дыхание становится энергодешевле, оно становится доступнее для организма, и через это мы быстрее сможем поправиться. Кроме того, те, кто занимается различными диетами по жиросжиганию, могут использовать Detox Mix для достижения лучших результатов, потому что кислород попадает через альвеолы, попадает туда больше, эффективнее в кровь, а соответственно уже оксигенированная кровь быстрее омывает наши различные адипоциты, и процесс жиросжигания становится эффективнее. Напомню, что количество жировых клеток в организме стабильно, а вот количество жира в них разное. И вот именно при вот этих вот диетах, направленных на похудание, Detox Mix был бы вполне себе эффективен. Ну, помимо всего прочего, разумеется, эффект детоксикации, потому что кислород для организма становится доступнее, и мы можем через это с помощью дыхания гораздо эффективнее выводить токсины и все то, что затрудняет наш с вами метаболизм, наше с вами существование. Как пользоваться баллончиком? Да, совершенно элементарно просто. В комплект поставки в данной коробочке находится сам баллон с колпачком и одноразовым пластиковым мундштуком. Снимаем колпачок, помещаем мундштук на штуцер баллончика сверху. Все, наша конструкция готова. Нажимаем на клапан, мундштук находится у нас во рту, и оксигенируемся. Хочется сказать, выпили, но подышали кислородной смесью. Все, мундштук мы с вами убрали, колпачок поместили обратно. Дальше продолжаем заниматься умственной и физической деятельностью. Если же вам по каким-то причинам мундштук неудобен, или вы хотите какого-то разнообразия, то, пожалуйста, вы можете приобрести маску, которая точно так же одевается на штуцер сверху баллончика. Мы нажимаем на клапан и дышим. Хорошо. Прямо как тот каких-то захотелось свежих творческих свершений. Вот, масочку откладываем, надеваем колпачок. Все, мы оксигенировались. Вот, не забывайте о профилактике, о правильном питании. До новых встреч!